Так, вот у нас вход. Вот смешарики. Маш, фоткай смешариков. Я уже фоткала. Эй! Как красивейший бабочка. Вот это наш корпус, где мы живем. Живем мы на первом этаже. Корпус новенький, в 2007 году построен. Соединяется со столовой и с процедурными кабинетами. Ага. Ты. Значит, тут зима, то есть, ну, север. Качели. Вот Камила к нам какая-то забежала, собачка на территории. Потому что это она там живет. В регистратуре. В регистратуре живет? Хлеб ела! А потому что она регистратуру охраняет. Ой, ну киска вот эта вообще бесподобная. Это кот сапога. Мам. Я поняла. Откуда ты знаешь? Что откуда знаешь? О, пошли, я покажу. Вот, вот. Ух ты! Так это не скворечник, это кормушечка. Ага. Ой, какая красота тут, а? Мама, скажи, собаку назвать Рыжка. Рыжка? Ага. Потому что рыжа. Ну хорошо. Варя, а что ты опять ручки вытащила? До нулю. До нуля. 5 рублей. Ой. Мам, а там медвежонок. Есть беседка. А тут я. Еще
лесок, в котором мы гуляем. Здесь асфальтовая дорожка. А вон городки детские. Вот мы пришли к волейбольной площадке. Тут есть красная пантера Варвара, которая лазит по лестнице. А я белочка. Ты белочка? Да. Хорошо. Варя, ты что там уснула? Мама, я больше не боюсь. Умница. Вниз. Да, нужно смотреть на перекладины, на лестницу. Я все снимаю. Разворачивайся. Ты что? Чтобы он тебя снимал отсюда? А? Да мне еще далеко идти. Моя лалочка, ну давай, разворачивайся, попкой ко мне сюда, давай. Тогда не снимай. Ну не буду. Дариночка развернулась, преодолела трудность, молодец. Ой, браво! А вторая где? Не знаю, куда ты ее дела. Пришли ко входу корпуса «Мать и дитя». Тебе лежится на Закирите? 5. Ну а сейчас, дорогие мои товарищи, хочу вам показать, какие поделки делают мои детишки с преподавателем. Так, ну что ж, вот такую штучку они сделали. Варь, как вот это называется? Это цветочек. Просто цветочек. Букет.
Просто цветочек. Вот такой вот замечательный веночек. Два веночка. Так, следующий. Я ваш подел. Это дерево. Дерево. О, дерево. Вот такие деревья они сделали. Ну покажите в объектив. Вот. Скажи привет. 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 Научилась говорить «ре» с логопедом, занималась. Молодец. Так. А бабка? Вот такая вот. Подписчики, смотрите. Что подписчики смотрели? Смотрите, какая у меня кружка. Вот такая гусеница. Солнышко. Это мое. Твое. Ну, стой, дай я им покажу, ну, цыпленка моего. Ну, покажи цыпленка, покажи. Вот, это верно. А где мой цыпленок? Не знаю, где. Так. Ну-ка, дети, дайте. Вот такие вот замечательные букетики. Они подарили маме. А где моя бабочка? Бабочка? Вот. Нет, это вяленый. А не знаю где. Вот такая вот бабочка, смотрите, замечательная. Так. Это, ну, еще одна гусеница, еще один веночек замечательный. Ну, Варь. Так что вот так вот отдыхаем, занимаемся творчеством.